Ну что ж, друзья, это снова видео 360. Вы сами можете выбирать, куда вам смотреть. Вертите мышкой направление камеры на компьютере, либо пальцем на смартфоне и на планшете. Будьте сами режиссером и оператором. Наблюдаем. Ну и, конечно же, пишем в комментариях, ставим лайки. Понравился вам такой формат или нет? Приятного просмотра.
Ну что, ребята, еще один брод. Погнали! Герасим Шарп, отныне пока не растает, да? Давай. Все, погнали дальше. Мы посоветовались, и я решил. Или Мишка решил. Бей его! Не прятаться, Не прятаться за вездеход! Это дуэль! Опа! Все, поехали! Я пошел выгуливать шерпа. Куда встаем? Стой вот. Или у вас может света нет, то что? Вот сюда? Да, вот, вот это. Давай. Сюда и выйдем. Погоди, слушай, ты бампером не упрешься, нет? Не-не. Нормально? О, это, зацепись.
началась, я думал, унесет. Я даже, видишь, отошел от этого, от края греха, греха подальше. Ну что, друзья, вот такой у нас получился брод. Я надеюсь, вам было интересно и познавательно все это. Ну а мы получили в очередной раз огромное удовольствие. Нас действительно каждую поездку вездеход впечатляет и не перестает это делать. Потому как мест огромное количество, самых что ни на есть интересных. Фух. В общем, с очередным нас микроприключением. Ура! Все, нам тут чуть-чуть до асфальта осталось. Ну, не до асфальта, а до жилой гравийки уже. Так что я думаю, 360 видео уже на этом заканчивается.